Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Это Дженсен. Я выхожу из поезда. Принято. Ведем тебя в курс дела, когда прибудешь. Ты сразу в отделение? Если не застряну на пропускном пункте. Документы у тебя в порядке. Просто не высовывайся. Конец связи. Смотреть надо, куда идешь! Позвольте вам помочь, мадам. Мадам, серьезно? Я бы сказал, милочка. Получила мое сообщение, любая. Да. Рада, что ты цел, Адам. Судя по всему, серьезная была засада. Да, такого я точно не ожидал. Как думаешь, кто это был? Уверена, ваша опергруппа что-нибудь сообразит. И это будет совсем не то, что раскопает коллектив Джаггернаут. Но вообще странно, тебе не кажется? С чего бы Интерполу отправлять в Дубай отряд из Праги? Миллер сказал, данные вышли в последний момент. И были единственным свободным ответом. Да? Ну так это вранье. Готовить документы! Добро пожаловать в Прагу, Аук! Пойдем. Документы! Приготовить! Коллектив следит за всеми опергруппами с тех пор, как мы внедрили тебя в отряд. У них была ударная команда в Амане. Те ребята прибыли бы на место гораздо быстрее. Не знаю. Если опергруппа прикрытие иллюминатов, как мы подозреваем, то посылать отряд в засаду не было смысла. Если только мы не должны были что-то увидеть официально. Аугуве, приготовьте папиры. Приправьте папиры на инспекцию. Не устраивайся. Что за проблема? Даже не собирался, Алекс. Не заставайся! За последние несколько дней все стало еще хуже. Все вокруг оборачиваются и косятся на нас в страхе, что ауги снова нападут. Если относиться к людям как к животным, они и станут животными. Думаешь, ничего нельзя сделать, чтобы это остановить? Я уже пытался, 2 года назад. Получилось не очень. И что теперь? Считаешь, нам надо сдаться? Позволить взять верх ненависти и предрассудкам? Я говорю, что могу сражаться только с видимым врагом, Алекс. Те, кто все это устроил, настоящие воротилы, это их надо остановить. Ты понимаешь? Ты и я, коллектив Джаггернаут, мы все хотим их остановить. Но это не означает, что мы должны забыть о... Подожди. Стойте! Предъявите документ. Береги себя, железяка. Поверить не могу. Это твоя вина. Руки убери. Послушай, не усложняй все понапрасну. Ненавижу этот город. Идем. Если ты прав насчет Дубая, насчет того, что иллюминатам нужны были свидетели, то надо выяснить, для чего. Кто отдал приказ выдвигаться? Миллер. Но он наверняка исходил от кого-то выше по званию. Миллер все равно может быть замешан. Слышал о НПС? О нейтронной подсети? Конечно. ВОГ-29 начальство пользуется ей для планирования и личного общения. Что это? Чип-стукач.
специальное устройство для прослушки. Янус его подогнал, чтобы чип встал на плату НПС. А, неуловимый Янус, предводитель активистов. Я с ним когда-нибудь встречусь? Когда-нибудь, может быть. Но сейчас твоя цель, Миллер. Подумай, как добраться до материнской платы. Нормально. Бывало и хуже. Слушай, Алекс, у меня аугментации отрубились. Надо с ними разобраться, но если ты хочешь встретиться... Что? Да нет, нет, я в порядке. Ты лучше займись собой. Я крепкая девчонка. Свяжись со мной, когда восстановишься. Договорились. До связи. Почему ты со мной 2 года не связывался? Жизнь коротка. Я скоро отбываю в Лондон, но позвони мне. Номер сохранился? Да, Адам. Просто включите телевизор.
для всех, вне зависимости от аугментации, была арестована китайскими властями. В качестве ответной меры хакеры, предположительно связанные с Джаггернаут, обрушили шэньчжэньскую фондовую биржу. Тебя слышать, агент. Ты там как? Извините, что не выходил на связь. Как только смогу, приду в офис, но взрыв как-то повредил мои аугментации. Их надо проверить. Разумеется. Нас ждет немало работы, Дженсен. Увидимся, как доберешься. Доктор Коллер, нам надо встретиться. Дженсен, уже можно ко мне зайти? Вот сейчас, например. Что-то не так? В моей книжной лавке какие-то люди... Похоже, что рассерженные двали. Так что, если ты не хочешь кровопролития сразу после теракта... То парадная дверь не самый мирный вариант. Ладно. И ты, не двигаться. Да, ты, на колени, сейчас же. Руки за голову! Ну, вот так. Нельзя на улицу ходить, урод! Частные дела. Все заведения временно закрыты. Будь свой пропуск. Доклады! Показывай свежие документы. Иначе здесь не пройдешь. Я правила знаю. Правила изменились. Слишком много иностранцев. Теперь у всех аугов должно быть удостоверение пропуск. У тебя оно есть? Я обращусь к людям, на которых работаю. Они все уладят. И на кого же ты работаешь? Какая разница? Боишься, что я званием выше? Нет, конечно. Правила одинаковы для всех. Кстати, я региональный директор по... проверке документов. Выше меня только Господь Бог. И он говорит мне, что если ты полезешь без пропуска, то мой священный долг... тебя пристрелить. Правда? Друг мой, я понимаю, что ты сейчас думаешь. Законы, направленные против таких, как ты, это просто ужасно. Но, может быть, я смогу помочь тебе? Мы можем договориться. И как же договориться? Тебе повезло. Я знаю одного парня, настоящего эксперта в делопроизводстве. Он может предложить пропуск, удостоверение, все, что нужно для спокойной жизни. Плати и свободно ходи куда и когда захочешь. Что скажешь? Предположим, я захотел бы пройти прямо здесь и сейчас, еще не получив этот твой особый документ. Это возможно? Конечно! Могу посоветовать вариант «плати и иди». Ты мне платишь и можешь идти. Это что, взятка? Ну-ну, мой друг. Я предпочитаю термин «стандартный штраф». Знаешь, как бдительный гражданин ты можешь получить скидку. Один раз. Это твой делопроизводитель. Это он всем заправляет. Он тебя заставляет тормозить аугов и предлагать им выгодную стенку. Узнай у него сам. У него есть документы, чтобы проходить пункты досмотра, избавляться от полиции, чтобы попасть в те части Праги, о которых ты и не знал. Я дам тебе адрес. Скажи, что тебя прислал Драгомир.
Хорошо, давай. Хочу посмотреть, кто за этим стоит. Это в Прикашке. За жилым домом есть дворик. Очень легко найти. Мой друг будет ждать там, и ты сможешь купить свежий пропуск. Заплати ему и не задавай вопросов. Тут тебе делать нечего, Аук. Таким, как ты, тут не особо рады. Тебе нужен пропуск. На пропускном пункте меня остановил некий Драгомир и отправил меня сюда. Сказал, что вы помогаете Аугам с документами, делаете новые пропуска. У тебя бабки есть? Может быть. Только расскажи, за что я плачу. За то, что твое имя внесут в список. Милена работает наверху, она сделает тебе блестящий новенький пропуск. Через неделю приходишь и забираешь. За отдельную плату. И сколько вы с людей за это берете? Не люди, ауты. 35 тысяч кредитов. Вы же даже не пытаетесь соблюдать приличия. Просто отбираете у Аугов последние деньги. Тебе нужен пропуск или нет? Документы первоклассные, сам увидишь. Поверь мне, у девочки настоящий талант. Что у вас за документы? Краденые? Поддельные? Невидимые? Послушай, у нас все просто. Выкладывай деньги, и мы тебя внесем в список. Милена работает первоклассно. Старается даже сильнее, чем от нее требуется. Похоже, я узнал все, что было нужно. О вашем предложении и о твоей подруге наверху. Пожалуй, попробую пока обойтись без документов. Как скажешь. Но ты готовься. Рано или поздно к тебе ночью постучат. Я думал, что после ружечки прибыль пойдет в гору. Напнутых нападают на улицу. Они сейчас затаились. Думаю, тебе стоит... Thank you.
инцидент. Давайте разберемся с терминами. Пожалуйста, не стреляйте. Не расскажешь, что тут? Кружок рукоделия? Ты работаешь на этих мошенников, или это они на тебя работают? Почему же сразу мошенников? У нас что-то вроде социальных услуг для обездоленных. Своих аугов не бросаем. Похоже, у вас тут фабрика подделок. Ненавижу слово «подделки». Предпочитаю графический активизм. Я помогаю людям стать другими людьми. Думаешь, слово «подделки» будет хорошо смотреться в резюме? Занимаешься обманом и вымогательством. И все, что тебя волнует, это резюме? Нет, ты меня неправильно понял. То есть, да, карьера — это важно, но это еще не все в жизни, я знаю. Слушай, я начинаю нервничать, когда у меня стресс. То есть, у меня стресс, когда... В общем, все только хуже становится. Так, стоп, мне нужно нервничать. Ты же на моей стороне, правда? Ты хороший, а не как Драгомир. Твои друзья запугивают аугов, пользуются их страхом перед депортацией. А ты, похоже, в этом участвуешь. Тебе повезет, если в тюрьме не окажешься. Я уже в тюрьме. Думаешь, меня отсюда выпускают? Драгомир говорит, что из полиции, но это все ложь. Он просто бродяга, который где-то украл форму и пушку, который тычет нам в лицо и заставляет выполнять приказания. И что мне остается делать? Сидеть здесь и делать документы, как умею. Ты помогала этим громилам вымогать деньги. Думаешь, я стану тебе сочувствовать? Вымогательство — это плохо. Лично я против вымогательства, честно. Ну, конечно. Давай я попробую объяснить. Власти каждый месяц сами выпускают официальные пропуски. Но их продают только богатым шишкам из корпораций и военным союзникам. А остальным аугам запрещают ходить по городу, потому что их документы якобы просрочены. Так было с моими друзьями. Не знаю, что у тебя за мотивы, но ты участвуешь в преступлении. А, так вот что это были за мутные типы. Спасибо, что объяснил, а то я не поняла, когда мне пушку в лицо сунули. Город наводнен подделками, и моих друзей все равно высылают. Но это, конечно, было частью моего коварного плана. Слушай, когда все вышло из-под контроля, ясное дело, что я хотела остановиться. Почему осталось? Мне было страшно. Драгомир сказал, что убьет меня, и посмотрел, как... Вот ты сейчас смотришь. Ты же меня не убьешь, правда? А ты как думаешь? Пока не знаю. Слушай, тут главный Драгомир и его пропускной пункт. Остальным без него даже яблоки на рынке не продать. Может, ты мог бы... Ну, понимаешь... Думаете, я могу просто так стрелять в людей? А разве нет? Предпочитаю иметь в запасе варианты. Ладно. Тогда пырни его ножом. Или запугай. Или для разнообразия заставь работать полицию. Помню, Драгомир говорил про какого-то копа рядом с КПП, который ему угрожал. Может, это и правда последний честный полицейский в Праге? Похоже, самое безопасное будет. Иначе мне придется выебать с людьми в форме, разбери шурики. На вас может ополчиться весь город, но все же выбор варианта за вами. Ясно. Я правильно понимаю, что тогда с поддельными документами будет покончено. Я терпеть не могу вляпываться в неприятности. А еще хуже, когда из-за меня страдают другие. Больше никаких подделок, обещаю. Если только... Они правда кому-то не понадобятся. Тогда я, наверное, сделаю... Ну, то есть, если мы в самом деле можем кому-то помочь, то надо помогать, верно? Зависит от того, что у тебя на уме. Мои документы могут обмануть любых силовиков. Ну, вроде как. Вроде как? Из-за Драгомира город наводнен фальшивками. Так что город принимает меры. Новые сканеры, коды подтверждения. Если мой пропуск не занести в городскую базу данных, то это просто кусок пластика. Получается, что люди платят за фальшивки, а их все равно могут депортировать.
Не обязательно. У меня есть два пропуска, я их только что сделала. И я думаю, что мы правда можем помочь этим людям. Хочешь поучаствовать? Нет, не думаю. Мне не нравится, как в городе решают, кому остаться, а кому нет. Но и с твоими методами помощи я не согласен. Жаль, что ты так считаешь. Тогда давай прощаться. С людьми на улице я разобрался. Они тебя не потревожат. Спасибо. Ты неплохой парень для загадочного и воинственного типа. Кстати, вон там есть сейф, в котором они хранили деньги. Я знаю код. 2489. Все, что найдешь, твое. А как же ты? А мне уже хватит. Что, друг мой, у тебя уже есть карточка? Хорошо, я заплачу тебе, чтобы пройти. Просто возиться с тобой не хочется. Иметь с тобой дело одно удовольствие. Удачи! Что можешь мне приказывать? Вылезай, мы тебя не обидим.
типу? Давай, подними его. Видишь что-нибудь? Тут, похоже, кто-то есть. Может, тут какие-то детективы? Дженсен, слава богу, я внизу в подземелье. Ты же помнишь название моей суперсекретной книги? Помню, красный. Мой любимый техно-вундеркинд. Прости за тех громил, чувак. Они не слишком тебе помешали, а? Я с таким умею справляться. Что им нужно? Ты не заплатил за охрану? Я не думаю, что это из-за денег. Есть и маленькое недопонимание между мной и их боссом, Атаром. Знаешь, как у гангстеров бывает. Достаточно, чтобы понять, что недопонимание маленьким не бывает. Это все внутренняя политика Двали. Я разберусь. Лично встречусь с самым главным. И только пускай все немного поутихнет. День всего после взрыва. Ну, страшно ведь всем, да? Удивительно, как люди вообще на улицу выходят. Иногда у людей просто нет выбора. Моим системам крепко досталось. Я надеялся, ты поможешь мне привести их в порядок. Крепко досталось. Ох, черт! Что же ты молчал? Надо тебя в кресло усадить. Кресло, да. Всегда хотел покопаться в этих твоих шарифовских штуках. Внимательно так покопаться. Так, усадим тебя, усыпим, и потом я займусь делом. Ты расслабься. Ладно, давай с этим заканчивать. Спокойно, Дженсен. Все будет хорошо. Ты даже не узнаешь, что я рядом. Почувствуешь невесомость, отдалишься, будто ты — это не ты. Но колер тебя вернет, и в прежний облик тоже. В два счета.